Так, ну что, давайте, наверное, потихоньку начинать лекцию. Да, если кому-то интересно послушать разбор мидтерма, то я сегодня вечером его устрою, кажется, часов 6, наверное. Так, давайте поговорим про обратные функции. И в первую очередь меня будет интересовать теорема про производные обратной функции. Ну, давайте я напомню, о чем идет речь. Значит, в целом есть такое общее понятие, что если у вас есть какое-то отображение f откуда-то из какого-то x в какой-то y, если так оказалось, что отображение f является, например, биекцией, или, скажем, ну давайте ограничимся тем, что f является инъекцией. Значит, если f инъективное отображение, то есть оно не склеивает точки. Если x1 не равняется x2, то f от x1 не равняется f от x2. Значит, это верно для всех x1 и x2 из x. Вот. Тогда можно определить обратное отображение. Значит, оно, как правило, обозначается вот так, вот f минус 1. Минус единичка здесь означает не степень, как обычно, а именно обращение отображения. Почему это минус единичка написано, это отдельная история. Значит, если хотите, можно потом обсудить. Вот. Но нужно понимать, что это минус единичка не имеет никакого отношения к тому, что происходит с числами. В том смысле, что это не имеет никакого отношения к операции единицы разделить на вот эту штуку, к возведению в минус первую степень. Значит, обратное отображение, значит, где оно определено? Значит, обратное отображение действует из полного образа x, это некоторое подмножество y, наоборот, в x. Значит, давайте я напишу, кто такой f от x. F от x — это есть множество всевозможных значений y. Давайте я так напишу просто. Это множество всевозможных значений f от x. Это элемент y, значит, для всевозможных x. Значит, это некоторое подмножество из y. Ну, то есть как это устроено. Вот у нас есть какой-то x, здесь есть какой-то y. Значит, вот у вас есть отображение, которое отсюда точки переводит сюда. И оно эти точки не склеивает, но вот здесь могут быть еще какие-то точки, в которые ничего не переходит. Значит, обратное отображение определено только на том множестве, в которое хоть кто-то доперешел. Значит, вот в данном случае это будет вот это множество. Вот это будет f от x большое. И на это множество определено обратное отображение, которое определяется просто обращением стрелочек вот этих зеленых стрелочек. Вот. Значит, это некоторая совершенно общая конструкция. Она относится не обязательно к там, числовым функциям, относится к чему угодно. Соответственно, если мы говорим про числовые функции, они тоже могут быть инъекциями, в этом случае они обратимы, или могут не быть инъекциями, в этом случае они необратимы. Значит, если отображение склеивает точки, то оно, естественно, необратимо,
Если у вас есть какая-то вот такая штука, значит, вот здесь оказалось две точки, которые перешли в одну и ту же под действием отображения F. Ну, это означает, что если вы пытаетесь найти обратное отображение, то есть как бы пройти по стрелочкам в обратную сторону, то вот непонятно, куда переходить из этой точки. Вы можете перейти сюда, а можете перейти сюда. И то одинаково хорошо. Поэтому в этом случае обратное отображение не определено. Значит, если инъекции нет. F минус первый не определено. Вот. Ну, давайте я напишу формально, чем так замечательно f минус 1. Значит, f минус 1 — это такое отображение, что если я возьму какую-нибудь точку из x, подействую на него отображением f, а потом подействую отображением f минус 1, то я вернусь назад в x. Значит, давайте я здесь нарисую, что вот в эту сторону действует f, а в эту сторону действует f минус 1. Значит, верно такое утверждение. Для всех иксов из x большого, если я подействую сначала f, а потом f минус первым, то я получу то же самое, что и было. Вот. Это как бы фактически вот это условие и определяет то, что такое, что означает, что отображение является обратным. Вот. Давайте я приведу какой-нибудь пример. Допустим, f от x равняется x квадрат. Значит, x квадрат — такой график, к которому мы привыкли, обычная парабола. Значит, является ли это отображение обратимым? Ну, стандартный способ проверить, является ли какое-то отображение, если это отображение — это просто числовая функция, и вы можете себе представить ее график. Стандартный способ проверить, обратимо оно или нет, такой. Вы просто рисуете мысленно всевозможные горизонтальные прямые и смотрите, если у вас есть горизонтальная прямая, которая пересекает ваш график хотя бы в двух точках, то все, значит, отображение необратимо, потому что вот есть два разных значения икса, который переходит в одно и то же значение y. Значит, отображение не является обратимым. А, тем не менее, как правило, мы хотим находить обратные, в том числе к функциям, которые сами по себе необратимы. И, как правило, делается таким образом. Значит, вопрос от Григория, а что будет, если уравнение, а не функция? Значит, ну, не совсем понятно. Мы рассматриваем понятие обратной функции, то есть обратной к некоторой функции. Если у вас просто задано уравнение, я думаю, вы спрашиваете примерно следующее, что если задано уравнение x квадрат равняется, скажем, 4, и вы находите корни этого уравнения. Я правильно понимаю? Нет? Так, тогда, ну, можете голосом сказать, что вы имеете в виду. Мне интересно, можем ли мы провести такую же операцию, как обратная функция, ну, нахождение обратной функции для функции, только для уравнения, и если можем, то что из этого выйдет? Ну, непонятно. Не совсем понятно, что за математический объект уравнения. Значит, как правило, все уравнения сводятся к тому, что вы можете, что у вас есть какая-то функция, и вы говорите, что решим уравнение, это все равно, что найдем решение какого-то уравнения вот такого вида. То есть, на самом деле, решить уравнение обычное, это все равно, что найти нули некоторой функции. Как бы фактически понятие уравнения, оно такое немножко вторичное по отношению к понятию функции. И не совсем понятно, что значит обратное к уравнению. Подождите, ну вот, например, y в квадрате равно x — это уравнение, или я что-то не понимаю?
Ну, про него можно думать по-разному. Как бы, если просто есть запись y равняется x квадрат, то можно сказать, что эта штука задает функцию, которую x превращает в Не, не, y. y квадрате равно x. Чтобы у нее там две точки отображения было. Y в квадрате равно x. Но опять же, можно сказать, что эта штука задает функцию, но только функцию, которая отображает наоборот, не x в y, а y в x. Хорошо, Можно x в рассматривать. квадрате плюс y в квадрате равно 1. Ну хорошо, да, окей, это некоторое, ну что-нибудь в таком роде. Это некоторое уравнение, но что такое? Это есть вот такая штука. Значит, можно рассмотреть функцию двух переменных f от x, y и сказать, что эта функция двух переменных это есть y квадрат минус x в кубе. После этого находить нули этой функции двух переменных. Вот. Все сводится все равно к тому, что у вас есть какая-то функция, может быть, нескольких переменных, и вы находите ее нули. Значит, можно вводить понятие обратное для функции двух переменных, но только не такой функции двух переменных, потому что такая функция уж точно необратима. Вот. Если бы у вас было бы отображение, которое, допустим, две переменные превращают в две переменные, там можно говорить про обратное. Вот. А тут непонятно, как бы, как что-то такое определять. Тут можно определять другую штуку, которая называется неявная функция. Это вот у вас на анализе 2 будет. Будут такие понятия. Вот. Окей. Давайте продолжим. Смотрите, несмотря на то, что сам все функции x квадрат необратима, но значит, как мы анализируем эту функцию, если нас интересует все-таки хоть как-то взять от нее обратную. Значит, понятие обратной функции для функции от нескольких переменных есть, но в том случае, если у вас эта функция типа отображает R2 в R2, то есть на входе получает две переменные, на выходе получает две переменные. Ну, иначе как-то плохо. Ну, то есть теоретически можно в каких-то ситуациях определить, наверное, но нормальные функции, если они, так сказать, из двух переменных делают одну переменную, если из двух чисел делают одно число, обычно такие функции необратимы. А так в целом, если у вас есть какое-нибудь отображение откуда-нибудь куда-нибудь, вы можете задавать вопрос про обращение, потому что это совершенно общее понятие. Вот эта вот штука, она относится не обязательно к функциям одной переменной, относится к чему угодно. Вот. Итак, значит, что все-таки делать с квадратом? Ну вот, можно сказать следующее. Можно сказать, что у нас эта функция необратима сама по себе, но давайте мы рассмотрим ее ограничение на какое-то множество поменьше, так чтобы это ограничение было бы обратимым. Значит, можно рассмотреть функцию, давайте я напишу f с волной от x, которая есть тоже x квадрат, но определена она только для положительных x. Значит, можно сказать, что у нас f с волной это и есть ограничение f на множество от нуля до плюс бесконечности. Значит, вот такой вот штукой обозначается ограничение функции на множество. На некоторое подмножество. Вот, то есть это функция, которая задается той же самой формулой, как и f, но только определена она на множестве поменьше. Значит, это означает, что вот у нас была наша парабола. Мы от этой параболы оставили только правую веточку. И вот эта штука уже чудесным образом обратима. Тут для всякой горизонтальной прямой есть не более чем одна точка пересечения. И поэтому тут нет никаких проблем с обратимостью. Значит, и вот у такой функции уже есть обратная. И вы все хорошо знаете, кто это такая. Значит, f с волной в минус первой. Эта функция будет от y. Что это будет за функция? Корень. Да, это будет обычный квадратный корень из x, точнее, арифметический квадратный корень, точнее, не из x, а из y. Вот такая штука. Значит, эта штука называется арифметическим квадратным корнем.
Значит, заметим, что мы могли бы ту же самую функцию, ту же самую функцию x квадрат, сделать обратимой, ограничив ее на какое-нибудь другое множество. Например, на множество отрицательных чисел. И получилась бы другая обратная. Какая, кстати, получилась бы обратная? Значит, давайте такой контрольный минус вопрос. Минус корень из y. Корень из минуса. Корень из минуса. Корень из минуса y. Значит, если мы рассмотрим f с крышечкой, которая есть f с крышечкой от x, которая есть x квадрат для отрицательных x. Значит, это будет другая веточка параболы. Минус сколько? Да, смотрите, значит, нужно понять все-таки, что у нас там со знаками происходит. Во-первых, где обратная к ней будет определена? Значит, f с крышечкой в минус первой. Это штука, которая будет определена где? На каком множестве? От нуля до плюс бесконечности. Да, значит, она будет по-прежнему определена как бы на, на, так сказать, на множестве значений функции f. В данном случае вот этой f с крышечкой. Это множество значений, то же самое, только положительные числа. Значит, почему я пишу, что здесь все зависит от переменной y? Ну, мне так удобно сейчас делать, потому что, ну, как у меня устроена моя функция? Моя функция сейчас x превращает в y. Вот я на график смотрю. На графике написано, что у меня функция x превращает в y. Значит, обратная функция должна, наоборот, y превращать в x. Конечно, я могу написать ту же самую функцию, поставив в нее x. Вот. Но просто на графике, значит, мне сейчас проще думать про эту зависимость вот таким образом, что у меня есть переменная, которая связана с областью определения, она называется x, область определения, исходная функция. Есть переменная, которая связана с областью значений, исходная функция – это y. Соответственно, для обратной функции все наоборот. Для нее область значений исходной функции – это наоборот, значит, это наоборот является областью определения. И чтобы не путаться, я использую другую букву. Значит, давайте посмотрим теперь про f минус 1. Значит, во-первых, f минус 1 должно быть определено тоже на множестве от 0 до плюс бесконечности и отображать все это в r. Теперь давайте посмотрим, а какие значения она будет принимать. Ну, давайте я просто возьму какую-нибудь конкретную точку, вот, скажем, возьму точку 1, и посмотрим, какое значение принимается в этой точке. Ну, понятно, что я должен взять значение, ну, вот, соответствующее вот этому x. То есть это будет что-то отрицательное, ну, и понятно, что это будет минус единица. Вот. Ну, в общем, так, если внимательно посмотреть, то видно, что f в минус 1 от y – это просто минус квадратный корень из y. Значит, можно проверить для всех x из x большого, то есть в данном случае это будет множество от минус бесконечности до нуля. Верно утверждение. Если я сначала подействую моим отображением f с крышечкой от x, а потом на результат подействую f с крышечкой в минус первой, то это все равно, что я беру, ставлю минус корень из x квадрат. Это все равно, что минус модуль из x. И это все равно, что x, потому что у меня x был изначально отрицательный. Значит, действительно, вот это утверждение верно. Действительно, вот такая функция является обратной. Простите, а для правой ветви параболы у нас просто корень обратной функции? Да, для правой ветви параболы просто корень, а для левой ветви параболы минус корень. Минус корень из y. Вот. Ну, соответственно, бывают всякие разные другие функции, у которых приходится вводить обратно тоже таким же образом путем ограничения. Ну вот, например, еще один пример, скажем, есть функция синус. Значит, допустим, у нас f от x равняется синус x. Значит, про синус мы знаем, как выглядит ее график.
Он так потихоньку колеблется. И, конечно, если рассматривать весь синус целиком, то это необратимая функция. Есть бесконечно много точек пересечения с горизонтами. Вот. Так, у кого-то включен микрофон. Вот. Значит, опять же, для того, чтобы ввести обратную для этой функции, нужно как-то ее ограничить. Ну вот в случае с синусом ограничивают, если я правильно помню, на вот такой участочек, значит, от минус пи пополам до пи пополам. Вот если я ограничу нашу функцию на такой отрезок, то у того, что у этого ограничения обратное уже есть. Значит, и это обратное называется арксинусом. Значит, опять же, можно ввести f с волной от x, которая есть синус x, но определена она только на отрезке от минус пи пополам до пи пополам. Это обратимая функция. Обратная называется арксинус. Ну, а дальше, если вам нужно выразить обратную для синуса на каком-нибудь другом интервальчике, скажем, вот на этом, ну, там нужно немножко повозиться с этим арксинусом, воспользоваться там какими-то свойствами, всякими симметриями, периодичностью, четностью и так далее. И вы все равно можете это сделать. Это хорошее упражнение. Вот. Значит, есть ли вопросы еще по определению обратных функций? Это, в принципе, должно быть вам в какой-то мере знакомое понятие. На семинарах оно встречалось. Были даже какие-то задачки про непрерывность обратных функций. Значит, есть ли здесь какие-то вопросы? Значит, смотрите, еще одна геометрическая штука, которая связана с обратными функциями. Вот, допустим, я хочу рассмотреть две функции. Например, я хочу рассмотреть функцию y равняется x квадрат. Значит, это такая веточка параболы. Давайте я буду рассматривать ее только для положительных чисел. И, допустим, я на том же самом графике рисую функцию y равняется корень из x. Значит, корень из x выглядит вот так вот. Значит, есть некоторая связь между этими двумя графиками. Не совсем я его удачно нарисовал, потому что мне нужно, чтобы вот здесь была бы вертикальная касательная. Вот так вот. Значит, есть некоторая связь между этими двумя графиками. Связь состоит в том, что если у вас одинаковый масштаб горизонтальной и вертикальной оси, то тогда эти два графика друг друга переходят при симметрии всей картинки относительно прямой y равняется x. Значит, здесь y равняется корень из x. У нас есть вот такая прямая. Значит, это y равняется x. И значит, если вы переходите от одного графика к другому, то это все равно, что сделать вот такую вот симметрию относительно прямой. Ну, на самом деле у этого довольно простое объяснение, потому что, ну, вот давайте возьмем какую-нибудь точку. Скажем, вот я беру здесь точку x0 и беру точку, соответствующую точку на графике прямой функции. Значит, у меня есть x0 и есть f от x0. Ну, дальше я могу рассмотреть симметричную точку на графике обратной функции. Значит, как эта точка будет устроена. Это означает, что я, наоборот, хочу на вертикальной оси отложить x0. Значит, вот здесь вот. Какой-нибудь другой цвет возьму. Такой зелененький. Значит, вот здесь вот я отложу x0. А здесь я на горизонтальной оси я, наоборот, отложу f от x0. Значит, вот такая точка должна быть. Ну, смотрите, что я говорю. Я говорю, что если я возьму значение f от x0,
подействую на нее обратной функцией, то я должен попасть в x0. Это ровно определение обратной функции. То есть фактически у меня есть две точки на графике, две точки на двух графиках. Точка с координатами x0, f от x0, и точка с координатами, наоборот, f от x0, x0. То есть у них просто в результате перехода к обратной функции, графику обратной функции, у нас просто поменялись местами x и y. Ну, это логично, потому что что означает, что вы рассматриваете обратную функцию? Но это означает, что у вас как бы переменная, которая отвечала за аргумент, становится, наоборот, значением. Переменная, которая отвечала за значение, становится, наоборот, аргументом. Они меняются ролями, и геометрически это соответствует тому, что у вас график, он вот так вот отражается. То есть у вас ось x в результате такого отражения переходит в ось y, а ось y, наоборот, в ось x. Вот. И, значит, нетрудно видеть, что вот эти две точки на самом деле действительно симметричны относительно этой прямой. Но это какая-то геометрия. Тут нужно какой-то треугольник, каких-то треугольников построить. Значит, можно вот соединить их, соединить эти две точки прямой, точнее, отрезком прямой. Значит, вот так вот соединить. И рассмотреть какие-нибудь два треугольника. Например, вот этот треугольник и вот этот треугольник. Значит, убедиться в том, что эти треугольники равны, и это означает, что значит, у нас вот этот треугольник будет равнобедренным. Но эта штука его медиана, она же будет, эта штука это его биссектриса, она же будет его медианой высотой. Но, в общем, я сейчас не очень хочу углубляться в эту планиметрию. Мне кажется, что тут нужно внимательно посмотреть на картинку и убедиться в том, что это действительно так. Вот. Визуально, когда вы рисуете на одних тех же осях график функции и график обратной функции, так что обратная функция аргумент тоже является x, эти два графика оказываются так вот симметричны друг к другу. Вот. Есть ли вопросы насчет этого комментария? Какие у нас были два графика? Просто обратные друг к другу. Значит, у меня было два графика. У меня был x квадрат, параболка, и корень из x. Отлично. Вот. Хорошо. Ну, собственно говоря, это все, на самом деле, носило характер напоминания и некоторого упорядочивания того, что вы уже и так знаете. Содержательное новое утверждение – это теорема о производной обратной функции. Давайте я попробую ее сформулировать. Значит, формулируется она как-то так. Пусть функция f, значит, непрерывно в некоторой окрестности точки x0 и дифференцируемо в самой точке x0. И пусть f' в точке x0 не равняется нулю. Значит, тогда... Да, и давайте еще дополнительно нужно потребовать, чтобы она была бы обратима. Значит, непрерывно, дифференцируемо. Значит, пусть у нее производная не ноль, и функция f обратима. Ну, давайте просто напишу обратима. Значит, понятно, что у нас на самом деле функция f может быть определена где-то больше, чем в окрестности точки x0, но при необходимости мы ее просто ограничим так, чтобы она была бы обратима. Я считаю, что... Потребовать инъективность. Да, да. Это, значит, потребовать обратимость, это все равно, что потребовать инъективность, совершенно верно. Тогда функция f минус первый. Значит, давайте я прежде чем допишу теорему, потому что сейчас мне нужно написать, что функция f минус первый дифференцируема, только нужно разобраться, в какой точке. Значит, давайте я такую картинку нарисую. Значит, тут у нас две оси, ось x и ось y. Вот у меня есть точка x0 на оси x.
И, значит, из этой точки x0 выходит стрелочка, которая соответствует функции f на ось y. Значит, здесь у меня есть значение, которое называется f от x0. Вопрос. Значит, если я теперь хочу что-то сказать про обратную функцию. Значит, я знаю, что у меня функция f дифференцируема в точке x0. Значит, если я хочу что-то сказать про дифференцируемость обратной функции, в какой точке мне нужно рассматривать эту самую обратную функцию? Я хочу сделать утверждение, что f минус 1 дифференцируемый. Вопрос. В какой точке? F от x0. Ну, логично, да. Если у нас x0 перешла в f от x0, и именно вот здесь была дифференцируемость для f, то логично ожидать, что дифференцируемость для обратной функции будем рассматривать, ну, вот в той точке, в которую x0 перешла. Значит, мы как бы работаем вблизи вот этой вот стрелочки, которую я нарисовал. Значит, тогда f минус 1 дифференцируемо в точке f от x0. И давайте теперь попробуем угадать, чему равна эта самая производная обратная функция. Значит, если вы знаете формулу, то сейчас забудьте про нее. И давайте попробуем угадать. Значит, что мы знаем про производные? Про производные мы знаем вот что. У производной в данном случае есть такой смысл, что если у меня есть точка x0, вот здесь у меня есть какая-то x0 плюс дельта x, здесь у меня эта штука куда-то переходит, вот, допустим, она перешла в какую-то здесь точку, f от x0 плюс дельта x, значит, какая интерпретация производной мне сейчас нужна? Значит, я хочу сказать, что производная показывает, во сколько раз вот этот отрезочек сжимается или растягивается под действием моего отображения. То есть, если растягивается, то производная положительная, если сжимается, то производная... Не, простите, если растягивается, то производная больше единицы, если растягивается, то производная меньше единицы по модулю. Значит, как вы думаете, вот в этих терминах, если говорить про производную, как про то, что показывает, насколько нужно умножить длину отрезочка, чтобы получить длину отрезка образа. Что можно сказать про производную обратного отображения? Обратно производной этого? Угу, да. Значит, она просто получается из производной прямого отображения таким образом. Нам нужно просто единицу поделить на производную прямого отображения. Значит, f минус 1 в точке f от x0 равняется единице разделить на f штрих в самой точке x0. Вот это, собственно говоря, ключевое утверждение нашей теоремы. Эта штука позволяет находить производную обратной функции. Давайте посмотрим еще раз на эту формулу. Видно ли, что эта формула выглядит очень реалистично? Она говорит примерно следующее, что если производная функции f – это штука, которая показывает, во сколько раз вот этот отрезочек справа больше отрезочка слева, то производная обратной функции должна показывать обратную величину, а именно во сколько раз вот этот отрезочек слева больше отрезочка справа. Понятно, что это две взаимно обратные величины. Там надо штрих поставить около f минус 1. Да, совершенно, совершенно верно. Да. Давайте мы сейчас где-нибудь вот тут вот поставим. О, боже мой, сейчас. Давайте я вот что скажу. Вот здесь вот нужно поставить штрих. Вот так. Значит, я вычисляю... Значит, у меня есть обратная функция. Я вычисляю у этой обратной функции производную. И вычисляю значение этой производной в точке f от x0. А исторически что появилось раньше? Запись f в минус 1 или тот факт, что производная обратной функции является обратной производной? Я не знаю, что появилось исторически первым, но давайте я поясню, откуда берется запись про f в минус 1. Вот смотрите. Значит, бывает такая вещь, как композиция функций. Это если у вас есть две функции f и g, вы можете рассмотреть новую функцию, которая называется их композицией.
Это то же самое, что сложная функция. Значит, вы можете осмотреть функцию f, обычно обозначается так, f кружочек g. Значит, эта функция f кружочек g — это некоторая новая функция, значение которой в точке x определяется как f от g от x. Теперь, смотрите, если у вас есть несколько функций, давайте считать, что у меня есть какая-то функция, допустим, у меня есть какая-то функция, ну, окей, значит, если у меня есть несколько каких-то функций правильного образа в правильных пространствах определенные, то я могу дальше там, с ними делать разные другие композиции, скажем. Я могу рассматривать какую-нибудь композицию с трех функций f, g, h. Значит, это такая функция f от g от h от x. В общем, короче говоря, вот эта вот операция композиции — это некоторая такая операция над функциями, уже не над числами, а над функциями, которая ведет себя в какой-то мере похоже на умножение. Значит, в очень условном смысле похоже на умножение. Ну, например, что является единицей с точки зрения вот этой операции? То есть, значит, какая функция при взятии композиции не меняет мою функцию? Функция и ее обратная. Нет, смотрите, значит, вот у меня вопрос такой. Значит, я хочу такую функцию e, что f в композиции с e равняется f. Как должна быть устроена функция e? Y равняется x. Да, значит, e от x равняется x. Значит, это функция, которая называется тождественным отображением. Вот функции e и играют роль единицы. При, если мы думаем про вот эту композицию как про умножение, то e — это что-то вроде единицы. Теперь, например, мы можем рассматривать такую штуку. Скажем, вот можно сказать, что композиция f на саму себя — это f в такой композиционной степени 2. Значит, если мы думаем про композицию как про умножение, то тогда композиция функции сама с собой — это есть возведение в степень. Но, опять же, не в обычную числовую степень, а вот в такую вот композиционную. И в этом смысле, если я теперь спрашиваю, как устроена, например, значит, если у меня есть функция f, что такое обратное с точки зрения вот этого, вот этой операции композиции? Ну, я хочу такую функцию, значит, что такое обратное с точки зрения обычного умножения? Это такое число, которое при умножении на данное дает единицу. А здесь то же самое, только про функции. Значит, я могу задать такой вопрос. Что такое функция, что такое, например, что за отображение g, которое в композиции с f дает e? Но это означает, что g в композиции с f от x равняется e от x, то есть равняется просто x. То есть получается, что g — это f минус первый. И вот в этом смысле вот это вот минус первое не в смысле чисел, а в смысле композиции. Вот. Значит, это в какой-то мере объясняет обозначение. Можете еще раз объяснить, пожалуйста, почему e от x равно x? Значит, ну, вот смотрите, мы так просто определили эту функцию. Значит, здесь это e, оно сейчас не имеет никакого отношения к экспоненте. Я просто, ну, вот, я вводил какие-то имена для функции f, g и так далее, и e тоже возникло. Значит, не имеет никакого отношения к экспоненте. Значит, мы обсудили следующее, что если я думаю про вот эту операцию композиции, как про некоторую операцию над функциями, которая похожа на умножение чисел, то можно задать такой вопрос, а что будет играть с точки зрения вот этого умножения роль единицы? Но в случае, когда мы обсуждаем числа, единица обладает таким свойством, что если единицу умножить на какое-нибудь число, то получается само это число. Значит, дальше можно задать такой вопрос. Какая функция обладает таким свойством, что если взять ее композицию с другой функцией, то эта другая функция от этого не изменится? Ответ. Значит, в качестве вот такой функции выступает функция e от x равняется x. Это функция, которая как бы элементы никуда не сдвигает.
такая штука, которая называется тождественным отображением. Значит, вот понятно, что если я беру композицию функции f с этой функцией, то получается снова f. Поэтому вот эта функция e играет роль единицы для вот такого вот умножения, как бы умножения. Понятна вот эта мысль? А почему там нет кружочка перед минус первой? Ну, вот потому что не пишут кружочек. На самом деле, часто его здесь кружочек опускают, если всем понятно, что речь идет именно про композиционную степень. Вот. Значит, дальше я говорю, что если я теперь, опять же, возвращаясь к этой аналогии, значит, если я теперь попробую подумать, что такое обратный элемент с точки зрения вот этого как бы умножения, которое на самом деле композиция, то этот обратный элемент — это как раз обратная функция, потому что это, значит, у меня функция g в композиции с f дает как бы единицу в том случае, если g — это есть f минус первый. Потому что, ну, это ровно определение f минус первый, что это такая функция, что если возьмете сначала, подействуете f, а потом g, то вы получите изначальный x. Вот это вот ровно оно и есть. У нас там написано, да, что g от f от x равно это e от x. Да, g от f от x равняется e от x равняется x. Угу, да, совершенно верно. Вот. Ну, хорошо. Давайте. Значит, давайте вернемся к... Значит, вернемся к нашей теореме. Нужно мне ее успеть доказать. Я очень сильно самостоятельно хотел дать. Значит, давайте посмотрим, как все-таки эта теорема доказывается. Значит, что у нас тут есть? Значит, идея, собственно говоря, вот в этой картинке, давайте попробуем ее аккуратно формализовать. Мне на самом деле сейчас понадобится еще одна теорема на эту тему. Значит, давайте, прежде чем я буду доказывать теорему о производной обратной функции, давайте я, значит, сформулирую теорему, которая мне нужна. Еще одна теорема про предел сложной функции. Значит, версия 2.0. Значит, давайте я сформулирую таким образом. Значит, пусть у меня есть функция f. Значит, пусть есть функция f. И известно, что предел при x, стремящемся к x0, f от x равняется какому-то y0. И есть еще функция g, про которую известно, что предел при y, стремящемся к y0, g от y равняется какому-то числу b. Значит, я хочу сделать вывод о том, что предел сложной функции g от f от x тоже равен b. Но, как мы обсуждали, это такое не всегда бывает, бывают исключительные ситуации. Значит, когда мы обсуждали теорему про предел сложной функции, мы предположили, что g является непрерывной. И тогда нам удалось сформулировать и доказать соответствующую теорему. А сейчас я хочу потребовать другого условия, которого тоже будет достаточно. Значит, пусть существует окрестность у дельта, давайте у дельта со звездочкой, точки x0, проколотая окрестность, такая, что для всех x из этой проколотой окрестности f от x не равняется y0.
То есть, смотрите, я говорю следующее. Я говорю, что когда x стремится к x0, я запрещаю функции f принимать значение y0. Оказывается, что этого условия достаточно, чтобы сделать утверждение теоремы о пределе сложной функции. Тогда предел при x, стремящемся к x0, f от g, наоборот, g от f от x. G от f от x равняется пределу при y, стремящемся к y0, g от y равняется b. Значит, вот такая теорема. Можете сравнить ее с предыдущей теоремой, посмотреть, в чем разница. Значит, разница в том, что мы не требуем непрерывности функции g, но зато требуем вот такого вот условия, чтобы функция f не принимала значение равного y0. А тогда g может быть непрерывной, да? G может быть непрерывной, может быть прерывной, неважно. Нам на самом деле не важно, как G устроено. G может быть вообще не определена в точке Y0. Теорема все равно будет работать. Значит, давайте я сейчас эту теорему про пределы сложной функции сформулировал. Давайте я ее даже не буду пока доказывать, потому что сначала я хочу воспользоваться, а там посмотрим. Если время останется, докажу. Если не останется, ну и ладно. Останется вам в качестве задачки. Ну, понятна ли, по крайней мере, формулировка? То есть, в принципе, логично, если вы помните, с какими проблемами мы столкнулись, когда пытались сформулировать и доказать теорему про пределы сложной функции раньше, значит, вы можете увидеть, что на самом деле вот это вот ровно, все проблемы возникали ровно из-за нарушения вот этого условия. Вот. Но давайте пока что в эту теорему поверим и попробуем ее использовать. А именно, значит, давайте я так теперь попробую доказательство теоремы о пределе сложной, доказательство теоремы о производной сложной функции. Обратной функции. Значит, я вернусь к картинке. Значит, вот у нас есть ось x, у нас здесь есть ось y, у нас есть точечка x0, и есть, она переходит в точечку f от x0. Давайте я сразу эту точку f от x0 обозначу через y0. И есть какие-то другие точки. Давайте я нарисую так. Давайте я сейчас буду... То есть поскольку я хочу рассматривать производную обратной функции, давайте я буду делать такую вещь. Вот пусть у меня здесь есть другая точка, которая называется y0 плюс дельта y. И, соответственно, меня интересует, кто переходит в нее. Значит, вот эта штука называется g от y0 плюс дельта y, а x0 равняется g от y0. Значит, я буду обозначать, у меня есть функция f, у меня есть функция f от x, и у меня есть функция g от y, которая есть f минус 1 от y. Я просто, чтобы эту минус 1 каждый раз не писать, я использую одну букву g, чтобы ее обозначить. Значит, вот у меня есть отображение. В одну сторону это f, а в обратную сторону это g. Значит, ну и давайте теперь просто запишем определение производной обратной функции. Значит, g' в точке, значит, вот в этой точке меня интересует, в точке y0. Это есть предел при дельта y, стремящемся к нулю, g от y0 плюс дельта y минус
g от y0 разделить на дельту y. Значит, что здесь написано? Здесь написано отношение вот этого отрезочка, длина вот этого отрезочка, длина вот этого отрезочка. Значит, g' от y0 равняется пределу при дельта y, стремящемся к нулю, g от y0 плюс дельта y минус g от y0 разделить на дельта y. Теперь я хочу выразить эту штуку, выразить ее через, наоборот, обратное отношение. Как это сделать? Значит, как мне преобразовать выражение под пределом, чтобы получить там отношение в обратную сторону? Значит, у меня производная f – это штука, которая получается из вот такого отношения. Я вот эту штуку делю на вот эту штуку. Значит, как бы мне это записать? Значит, на самом деле, я просто могу сказать вот что, что вот это отношение, это есть единица делить на обратное отношение. Единица разделить на дельту y, деленную на g от y0 плюс дельта y минус g от y0. Значит, это пока что алгебраическое просто тождество. Давайте проверим, что это корректное тождество. А именно... Значит, в чем могла бы возникнуть проблема с таким переходом? Всегда ли такой переход можно сделать? Можно на ноль нечаянно поделить. Нечаянно поделить на ноль, да. А в данном случае мы можем нечаянно поделить на ноль? Значит, у нас, если что, то определение на ноль у нас может как бы обнулиться. У нас может вот эта штука. G от y0 плюс дельта y минус g от y0. Может она обнулиться или нет? Мы уже просили, чтобы она не обнулялась. Значит, а где мы попросили, чтобы она не обнулялась? Говорили, что будет функция неравна, ну, при двух иксах и закрестности. Ну, вернее, да. При иксе любом закрестности. Ну, на самом деле, здесь даже проще, потому что, смотрите, если бы так оказалось, что g от y0 плюс дельта y равняется g от y0, то это бы означало бы, что у вас есть, что у вас, ну да, как бы это бы означало бы, что у вас на самом деле есть две вот такие стрелочки, то есть это противоречило бы даже вообще определению того, как устроена функция f. Ну, просто представьте себе, что у вас вот эта бы штука обнулилась бы. Это бы означало бы, что вот здесь вот где-то есть еще одна точечка, такая, что под действием обратного отображения она переходит снова в x0. Но этого не может быть, потому что это бы означало бы, что под действием прямого отображения точка x0 должна была переходить одновременно и сюда, и сюда. Так не бывает. Просто по определению того, что такое отображение f, а что такое обратное к нему. Значит, вот эта штука не 0, так как f принимает только одно значение. Принимает одно значение в точке x0. Вот, поэтому такое преобразование вполне корректно. И теперь я хочу всю эту задачку свести к производной, к пределу сложной функции. Давайте поймем, какой. Значит, давайте я определю такую штуку. Значит, давайте я определю... Значит, рассмотрим такую функцию. Можете еще рассказать, почему, если f принимает одно значение, тогда это обязательно не ноль? Ну, смотрите, значит, давайте посмотрим, что было бы, если бы у меня бы под действием функции g две разные точки перешли бы в одну и ту же. Это бы означало бы, что у меня... Вот представьте себе, что у меня вот есть точка y0, которая переходит в x0 под действием g. А есть еще какая-то точка, которая тоже переходит в x0. Это бы означало бы, что картинка устроена вот так. Значит, что есть две точки, которые перешли в x0 под действием обратного отображения. Я бы тогда задал вам вопрос. Ну хорошо, под действием прямого отображения, под действием f, куда переходит x0? В какую из этих двух точек? Значит, x0 переходит ровно в одну точку. Просто по определению отображения.
Поэтому для обратного отображения тоже как бы справедлива взаимооднозначность. Обратное отображение тоже определено, поскольку обратное отображение, сейчас, поскольку прямое отображение однозначно отображает точки из x в y, то обратное отображение уж точно не может быть не инъективным, оно уж точно не может склеивать точки. Как бы. Вот такая картинка для обратного отображения невозможна. Потому что вот эти стрелочки для обратного отображения — это то же самое, что стрелочки для прямого отображения, только повернутые. А для прямого отображения из каждой точки здесь выходит ровно одна стрелочка. Объяснил? Да, спасибо. Угу. Итак, значит, давайте рассмотрим такую функцию. Значит, рассмотрим функцию дельта g. Это функция от дельта x, которая устроена так. Это g от x0 плюс дельта x минус g от x0. Значит, у меня x0 сейчас фиксированный. О, сейчас, простите, не то я написал. Значит, не дельту g, я хочу, наоборот, дельту f. Значит, дельту f, и здесь должно быть f. Значит, что сейчас происходит? У меня есть какая-то дельта x. Это штука, которая живет вот здесь. Вот тут у меня есть, допустим, какая-нибудь x0 плюс дельта x. И дальше я рассматриваю ее образ под действием f. И вот то, что вот здесь написано, вот эта вот разность, это есть штука, которая называется дельта f от дельта x. Значит, давайте теперь рассмотрим такую вещь. Значит, я хочу посмотреть на такой предел. Предел при дельта x, стремящемся к нулю. Значит, давайте я вот что сделаю. Давайте я все вот это выражение обозначу через какое-нибудь g большое от дельта y. Значит, все выражение, которое у меня стоит под знаком предела при дельта y, стремящемся к нулю, я обозначаю через g большое от дельта y. И давайте теперь посмотрим на такую штуку. Я подставляю в это g большое вместо дельта y дельту f от дельта x. Значит, дальше получается какая-то страшненькая немножко запись. Но на самом деле кажется, что в ней не так уж все и страшно. Значит, давайте посмотрим, что здесь получается. Значит, я должен просто вот в это выражение подставить вместо дельта y подставить дельту f от дельта x. Значит, получается такая штука. Это есть предел при дельта x, стремящемся к нулю. Значит, здесь нужно написать единица, разделить. Значит, вместо дельта y я просто подставляю дельта f от дельта x. Дальше, что будет написано в знаменателе? Давайте посмотрим. Значит, что такое g от y0 плюс дельта y минус g от y0? Если я в качестве дельта y подставляю... дельта x. Значит, дельта f от дельта x. Это будет дельта x. Давайте проверим, что это так. Значит, давайте сначала проверим на картинке, что здесь происходит. Значит, вот у меня был какой-то дельта x. Дельта f от дельта x — это вот этот отрезочек. Дальше. Кто такая вот эта вот штука? Эта штука показывает, значит, вот эта разность g от y0 плюс дельта y минус g от y0. Эта штука наоборот. Значит, она из вот этого отрезочка делает вот такой отрезочек. Поэтому понятно, что если я в нее подставил дельта f от дельта x, то я должен был назад вернуться к дельте x.
Значит, как бы вот это выражение, оно в некотором смысле обратно к вот этой функции дельта f от дельта x. Ну и можно посмотреть на это формально, но давайте я напишу, что здесь будет, значит, что здесь будет записано. Давайте просто отдельно сейчас напишу это выражение. Значит, g от y0 плюс дельта f от дельта x минус g от y0. Значит, это есть g от, подставляю. Значит, вместо y, значит, вместо дельта f от дельта x подставляю то, чему оно равняется. А именно f от x0 плюс дельта x минус f от x0. Вычесть g от y0. Теперь смотрите на картинку. Значит, здесь вот у меня написано y0, а здесь написан минус f от x0. Но f от x0 по определению это тот же самый y0. Тут ничего не... Значит, это ровно одно и то же. Поэтому здесь просто y0 и минус f от x0 сократятся. Останется g от f от x0 плюс дельта x. Но g и f взаимно обратные функции, поэтому это просто x0 плюс дельта x. С другой стороны, кто такое g от y0? На это мне нужно взять точку y0, подействует на нее функция g. А это просто x0. Значит, минус x0. Ну вот видно, что это в точности дельта x. Ну и, собственно говоря, все. А дальше видно, что... Давайте посмотрим, что у нас получилось. Значит, это есть предел при дельта x, стремящемся к нулю. Единица разделить на... f от... Единица разделить на f от x0 плюс дельта x минус f от x0 разделить на дельту x, это есть как раз единица разделить на f' в точке x0. То есть единица разделить на f' в точке g от y0. А зачем вы последнюю запись сделали? Вот эту? Да. Ну, потому что я хочу думать про производную обратной функции. Обратная функция живет в y, поэтому я хочу производную ее записать тоже в терминах y. Значит, но давайте посмотрим. Я пока что еще не доказал теорему про производные обратные функции, потому что что я здесь, значит, с чем я здесь оперирую? Я оперирую с какой-то вот оперирую с функцией g, в которой я поставил вот эту самую дельта f от дельта x. Но с другой стороны, я знаю, что у меня дельта f от дельта x, значит, что известно? Известно, что дельта f от дельта x стремится к чему при дельта x, стремящемся к нулю? Значит, к чему стремится вот этот дельта f, когда дельта x стремится к нулю? К нулю. Нулю. Почему? Непрерывность. Значит, по непрерывности f. С другой стороны, мы знаем, что дельта f от дельта x не равняется нулю при дельта x неравном нулю. Это почему? Почему она стремится к нулю? Можно еще раз, пожалуйста? Ну, смотрите, мы знаем, что функция f непрерывна в точке x0, потому что она в ней дифференцируема. Что здесь написано? Здесь, значит, что такое дельта f от дельта x? Это есть f от x0 плюс дельта x минус f от x0. Значит, мы знаем, что f от x0 плюс дельта x стремится к f от x0 по непрерывности f.
Ну, значит, их разность стремится к нулю. Значит, когда x0 плюс дельта x приближается к x0, f от x0 плюс дельта x приближается к f от x0. Непрерывность f. Спасибо. Вот. С другой стороны, дельта f от дельта x не равняется нулю при дельта x не равном нулю. Почему это так? По обратимости. По обратимости, да. Иначе бы у нас две точки переходили бы в одну и ту же. Если бы это было бы не так, то это бы означало бы, что у нас есть две разные точки, которые переходят в одну и ту же точку f от x0. Тогда бы f не была бы обратимой. Вот. Ну и, следовательно, дальше по теореме о пределе сложной функции, которую мы выше сформулировали. Значит, предел при дельта x, стремящемся к нулю, g от дельта f от дельта x, это все равно, что предел при дельта y, стремящемся к нулю, g от дельта y. А это и есть производная обратной функции. Можете еще раз g мы вводили как что? Как просто функцию, которая потом стала обратной. G – это функция, которая вот здесь стояла под знаком предела. Когда мы написали определение для производной функции g в точке y0, у нас здесь возникла под знаком предела некоторая штуковина. Вот эту штуковину мы обозначили g большой от дельта y. Спасибо. Значит, это самая g от дельта y, она как раз, ее предел при дельта y, стремящемся к нулю, это и есть производной обратной функции. Ну, вот и все. Доказали. Значит, давайте посмотрим еще раз на это доказательство, есть ли какие-то вопросы. Значит, опять же, я подчеркиваю, что главная идея доказательства состоит в том, что если у вас прямая функция, допустим, сжимает отрезки в два раза, то это означает, что обратная функция будет, наоборот, растягивать отрезки в два раза. Вот и вся премудрость. Дальше единственное, что остается сделать, это остается записать это формально в виде, подставив правильные точки в правильные места. Вот. Но формальное доказательство вот оно. Значит, давайте на него еще раз посмотрим. Кажется, целиком оно на доску не умещается. У нас может, у вас... Да, говорит, вот он говорил. Про функцию дельта f от дельта x, когда мы ее вводили. Да. Вот она. Вот такая штука. А вот графически еще раз можно, как она получилась? Да, смотрите, значит, вот у меня есть какая-то произвольная дельта x вот здесь. Я, значит, беру отрезочек длины дельта x от точки x0 и смотрю, куда он переходит. Вот куда перешел, значит, длину этого отрезочка я назвал дельта f от дельта x. Формально вот оно, это f от x0 плюс дельта x минус f от x0. Вот это, длина вот этого отрезочка. Еще вопросы? Можете, пожалуйста, еще раз объяснить суть теоремы? Значит, суть теоремы, если в двух словах, то суть теоремы в том, что если у вас прямая функция, прямое отображение растягивает отрезочки в два раза, то обратное отображение должно их, наоборот, сжимать в два раза. Значит, вот это то, что здесь написано, и, значит, вот она, эта формула. Значит, формула говорит, что производная обратная функция в точке f от x0, то есть вот в этой точке, равняется единице делить на производную прямой функции в точке вот в этой точке. То есть как бы производная прямой функции показывает, во сколько раз растягивается вот такой отрезок под действием вот этого отображения. А если я теперь применяю обратное отображение, то мне нужно наоборот, соответственно, если я
прямом отображении нужно растягивал отрезки, то в обратном отображении нужно их наоборот сжимать. Спасибо. Так, еще вопрос. Мы изначально потребовали, чтобы производная вроде бы была больше нуля. Не равнялась нулю, да? Не равнялась нулю, да. Это правда, потому что иначе просто вот эту формулу, иначе просто вот этот предел бы нельзя было бы записать, потому что, значит, неправда была бы, что вот эти два предела, неправда была бы, что единица разделится на, сейчас где-то у меня этот переход был, вот. Вот это, вот чтобы вот это выражение, вот чтобы вот этот вот предел бы сработал, нам нужно, чтобы производная бы не обнулялась. Хорошо. Здесь нам нужно, вот, чтобы да, f' да, в точке. Следующий вопрос. Uh-huh. Например, если у нас есть x куб, да, и по производная в нуле равна нулю. Да, прекрасный пример. Мы можем его вот так вот по этой, как там оно, однозначное отображение, как оно называется, короче, вот e, да, относительно этой e, мы можем отобразить. Угу. И... Да, вообще... у нас есть y равняется x куб, а есть обратная функция, которая называется кубический корень. Вот так-то она устроена. И у него как раз в нуле есть проблема с дифференцируемостью, потому что у нас у x в кубе здесь горизонтальная производная. Ну да, есть ощущение, что она должна быть там равна бесконечности или чему-то совершенно похожему. Совершенно верно. Если вы ее посчитаете, то она как раз и будет равна бесконечности. То есть как бы в силу симметрии картинки у вас у x в кубе горизонтальная касательная в нуле, а у, наоборот, кубического корня вертикальная касательная. То есть, в принципе, у нас, да, у нас могут быть непрерывные функции, но с производной может быть бесконечности. Ну да, как бы это, но это означает, что эта функция недифференцируема, обратная функция недифференцируема в нуле, да? Бывает. Значит, можно ли дифференцировать равенство x равняется g от f от x? Можно дифференцировать. Единственное, что вы таким образом не докажете, что производная существует. Важно то, что мы одновременно доказали, что производная обратной функции существует. Значит, ну, смотрите, мы выяснили, что, во-первых, мы выяснили, что предел, значит, во-первых, мы выяснили, что предел g от дельта f от дельта x равен тому, чему мы хотим, вот этой штуке единицы делить на f' от g от y0. А с другой стороны, мы знаем по теореме о пределе сложной функции, что значит, выполняется вот такое равенство. Да, слушайте, я сейчас понял, что я, когда вот этим равенством пользуюсь, я здесь предполагаю, что вот эта штука уже существует. На самом деле, конечно, нужно бы еще отдельно доказать, что эта штука существует, значит, но значит, что-то вот в том методе доказательства, который я сейчас написал, она автоматически не доказывается, а нужно доказывать немножко в обратную сторону. Нужно рассматривать не дельту f от дельта x, а наоборот, дельта g от дельта y. Ну, в общем, то же самое доказательство провести в обратную сторону. Да, спасибо за вопрос. Это действительно тонкий здесь момент, значит, почему вот этот предел вообще существует. Значит, действительно нужно было бы... Я как раз, когда к лекции готовился, я смотрел на свои старые конспекты, и там это было доказано как раз в обратную сторону. Там вводилась не функция дельта f от дельта x, а наоборот функция дельта g от дельта y. И, значит, она поставлялась сюда. Но мне почему-то показалось, что так проще, и в результате я, значит, не доказал в этом месте это утверждение. Ваша правда, значит, хорошее упражнение — это довести это доказательство до конца. Значит, упражнение — доказать, что существует предел при дельте y, стремящемся к нулю, g от дельта y.